Владимир Сутеев. Про снегурочки и снежинку. Сказка. Маша забыла сказать, что нам еще подарили коньки, снегурочки, и мы уже научились кататься. У нас во дворе сделали каток, расчистили снег на середине двора и все время поливали и поливали водой. Вода замерзла, и получился каток. Мы катаемся там каждый день. Я уже здорово научился кататься. Сегодня упал только 5 раз. А Маша гораздо хуже катается, хотя упала всего 3 раза, но разбила себе нос, а я нет. Усик упал тоже 3 раза, потому что Маша держала его на руках. Он еще плохо ходит и поэтому катается с Машей. Мама все сердилась, что мы приходим все в снегу, с синяками. Но папа не сердился и сказал, что надо заниматься спортом. И мы целые дни занимаемся. А Чапка нас очень насмешила. Она не может кататься на коньках. И чтобы ей не было скучно, мы вылепили из снега большую белую собаку и назвали ее Снежинкой. А глупая Чапка ее боится, все время рычит и не хочет дружить со Снежинкой.